Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Димка Димфер, Сергеич, Даник, а также Али, и мы находимся в GTA 5, а это рубрика «Битва вориша». Всем здорово. Привет. Всем доброго. Сегодня, ребята, мы большой компанией, вчетвером будем опять-таки воровать машины. Я очень надеюсь, что вы уже прожали лайк, за что огромнейшее спасибо. Я знаю, как вы сильно обожаете данное шоу, поэтому, ребята, чем больше будет лайков, тем больше будет интересных, прикольных угонов. Напомню, что у нас есть весь район, а именно, ребята, район вот этот вот, Families, где мы попытаемся угнать тачки за 5 минут. Ну а после проведем еще ряд испытаний и поймем, у кого тачки будут лучше. Давайте, я тоже помогу вам. Ладно, в любом случае, ребята, на все про все, как я уже говорил, 5 минут, чтобы не приехали копы. Поэтому прямо сейчас, ребята, стартуем и будем начинать. Ну что, ребята, мы полетели искать машины. Первым делом самолеты. Ух ты, ё-моё, как меня дерево разнесло. О, я нашел. Первое я нашел. Да, ребят, деревьев очень много. Вау. Нормально, конечно. Я нашел золотую машину, ладно. Чё за машина? А, золотая, это фуфу, лучше мне отдавай. Да? What? Я какое-то необычное нашел. У меня тачка на 100 тысяч сейчас подешевела, мужики. М4 я нашел. Но правда я потерял двери. Так, ладно, давайте как-нибудь здесь аккуратненько так паркуем машины. Гелик, чтобы друг другу не мешать. Это что такое? Прям в конкретных обвесах. А где вы? А, вот вижу Серегу, вижу. У Сереги получается гелик. Это что такое? Я вообще впервые вижу только гелик. А, ты понимаешь, что он у тебя как бы купешный? Что? Гелик купе? У Даника Рено. Дань, там моя кучка, иди оттуда. У меня вроде... Другое место припаркуй. Я по дереву, потому что солнце наклейки все вот это сплавит. Машина сгорит, поэтому по дереву. Вау! Вау! Я тоже нашел купе. Я М3 нашел, мужики. С чем? Понимал бы я, что вы нашли именно. БМВ М3, ты не знаешь, что такое? А это знаю, у моего соседа оно есть. А, ну вот, тем более. И кроме дедова Ларгуса, по-моему, больше машин не знаешь, да? Не, почему? Ларгуса. Веста. А также четырку, семерку, пятерку, да, вот такие вот чисто пятерку на движениях, которые... Пятерку не знаешь? Серьезно? Да. Ребят, давайте-ка в комментариях поможем Али изучить машины. Пишите, короче, название вашего автомобиля, который у вас вообще имеется в семье, и краткую информацию о нем. Поможем, как говорится, Али, познать мир, познать дзен. А я тем временем Мерседес SL63 угнал. Кто взрывает, я не понимаю. Я, честное слово, все прочитаю, конечно. Так, поехали за следующей машиной. Надеюсь, что, ребята, вообще есть... А, подожди, стоп! Тут гелик. Я, конечно, все понимаю. На секунду буквально оторвался, чисто из-за звонка, ребята, очень важного. А что вы натворили, я не понимаю. Почему тут, ребята, лежат? Именно на секунду отошел, буквально на секунду, не больше. Ну на секунду, ну может на 2 секунды. Слушай, пока тебя тут не было, пока ты секунду разговаривал, тут война против местных была. Серьезно? То есть, а я-то думаю, что тут никого нету, и половина за вами бегает. Да. Причем чуть не проиграли. Одноименным слово пацана, да, чисто за улицу боролись. Да. Понимаю. Чутка, да? Окей. Ладно, так, а что еще у меня? Опа-па-па-па. Ну ладно, я за 5-й машиной как бы уже приехал, мужики. Бомбический! Я нашел Бугатти, мужики. Гелик нашел? Так, а я какой-то богатый машина. Я Бугатти, пацаны, нашел очень дорогой Бугатти. Вот только вопрос, где еще последнюю? Где последнюю-то искать? Война? Война войной, как говорится, а угоны по расписанию, мужики. Ничего не знаю. Ой, наелся спит. Либо война, либо мир. Так, а что, у меня 5 же, правильно? Да, 2 Бугатти, Мерс, Гелик, да, все четко. А что у нас байки без колес? Поехали. Я не знаю, что вы там наделали, но я вроде нормально. Байки имею, честь имею. Тачки тоже вроде имею. Вот это нихера себе уважение! Молниеносно большое у меня. Это что такое? Это что за робокоп? Он не усил! Нихрена себе! Юпс! Тудей! Охренеть! Мужики! Что здесь происходит? Это не я! Это стопудово не я! Что ты орёшь? Мама! Охренеть! Ну чё за игрушку я нашёл? Ё-моё!
аккуратнее. Мужики! Мужики вообще котя... Бля! Стя... Ще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чьи это тачки были? Это были мои тачки. А, нет. Мои на месте. А, тихо. А, ну... А! Я дико извиняюсь. Ё-моё. Кто танк пригнал? Это, знаешь, так классное чувство. Кто стал с моими машинами? Это такое просто охеренное чувство, когда ты просто, ну, немного отдохнул, как говорится. Ладно, спасайте, пацаны, мужики, свои тачки, там, трусы, туда-сюда. Ну, а мы, ребята, в общем-то, давайте-ка смотреть, у кого какие машины. Да, из дорогих у меня Бугатти, это очень дорого. У Сереги тачек вообще не осталось, у Даника тоже. Все мои тачки на месте, кстати. Короче, ребята, я по итогу забираю, наверное, балл за поиски. Потому что у тебя хоть что-то осталось. Да-да-да, ладно, в любом случае, на этом, ребята, да, поиски мы заканчиваем. Сейчас проведем парочку испытаний, погнали! Ребята, наше первое испытание — это Drag Racing, Bugatti, Gillig, M5, ну и... Чё это вообще такое? Центурион какой-то, не знаю. 3, 2, 1, полетели! Ю-ху! Да, желаю удачки! С разворотом. Ой. Да, с разворотом, кстати. Не хаували быстрая тачка. Так, ну я BMW вроде догоняю. Ага. Только не бортуй. Да не бортуй ты нахер, ты меня опять... Дань, перестань, это очень дурная привычка на самом деле. Я, по-моему, Алишку догоняю. И не по-моему, а точно. Чё по скорости у вас, мужики? 380. О, у Даника минус лобовуха. 300? Али, не надо такие вещи делать. Дурак, блин. Так, ладно, догоняем. Даня, газуем, газуем, газуем. 200 евро. 320, я мчусь. На гелике 320? По МКАДу? Ну, ни хрена себе, он тебя, конечно, быстрый. 350 уже. Каких 350-то вообще, я не понимаю. Тормози, тормози, мразь. Ух, хорошо, тут бортики поставили. Улетел? Ё-моё. Улетел? Улетел, надеюсь? Слава бортикам. Улетел же? Нет, конечно. Боже, понимаю, окей. Так, ладно, пока что первый у нас Серега, второй у нас Али. А-а-а. Я, получается, третий. Я последний, понял. Как меня заносит? На поворотах? Песок. Конечно. Песок. Где еще? Или после рюмки? Да что ты делаешь-то? Зачем? У вас там весело навязано, да? Я случайно. О, Алишка полетел. Ну, меня просто взял, бортанул жестко. Это нормально. Я случайно. У нас тут миллионников никто не любит. Случайно, говорит он, да? Спокойно, да, я сзади, пацаны. Он сзади, он сзади, он сзади. Так радует. Колесо пробьешь, Дань, я тебя нахер со сервера выкину. Мне кажется, потому что на самом деле я сейчас могу, может быть, второе место занять даже. Не, ни хрена, ни хрена. Ты уволен. Да, все равно Эскалибур обгоняет и забирает второе место. Все, я уже на месте. Ладно, я на третьем, Даня на четвертом. Ну, а мы, ребята, переходим тогда на второе испытание. Тут все понятно. Ребята, второе наше испытание — это дерби. А здесь у нас Мерседес, Астон Мартин, Аскудерия Феррари, ну и Вольво. Давайте-ка стартовать на счет 3. 1, 2, 3, полетели. Как ты сразу от меня ушел, я прям смотрел на тебя. Да, ты на самом деле очень мощный. Да, я просто пельмешки покушал с утра. Я понял. Я понял. Я понял. Короче, чтобы ты понимал, я хотел в их танец немного... Что? Я первый упал. Ты был первый, да. Даня по итогу второй. А как ты так его выкинул-то? Я не понял прикола сейчас. Что это было? Да, максимально странно. Ладно, отправляемся, ребят, на второй раунд. Второй раунд, ребята, и мы стартуем на счет 3, 2, 1, гоу. Гоу-гоу. Ну иди сюда. Да не, я свалю лучше. Господи. Ой-ой. Не, а можно? А можно по одному, мы, пацаны? Давайте по одному, да? Нет! Нет. Минус один. Ага. Добей, добей, добей его! Он опять как в крысу, понял, хотел меня подловить. Надо было добивать. Такой нельзя прощать. Если ты не будешь мне если ты обещаешь, что мне не будешь мне сейчас мешать. Да я помогу тебе наоборот. Не надо мне помогать. Ладно, валю отсюда. Уйди домой. Кто-то себе сзади пристроился, да, наверное? Да емать. Да-да. Ага. Ага. Давай, один, на давай скоростях чисто, договорим, да? Пари. На бустах. Сейчас мы вдвоем его уничтожим. А кто на синий? А потом только с тобой. На-на. Давай. Вот так вот тебе. Батя дома. Давай, 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 давай. Опа. Не назад, а боком давай, иди. Ой-ой-ой, поймал. На самом деле за бал, конечно, борьба сейчас будет жестокая. Давай. Ема, ты полетел. О, ты ж... Ага. Кто дома? Батя дома. Ага, один ты дома. Макалей Макалеев.
Да боком бы тебя поставить, конечно, было бы поприятней. Вау! Давай! Да! Ты перегазовал, что ли? Я не понял прикола. Сейчас. Педали перепутал. Педали перепутал. Окей, баллы у меня, ребята, это радует. А мы прямо сейчас отправляемся в третий раунд. Все, все готовы? Давай. Полетели. Господи, куда это было давай. Очень опасно. Разоцветывай. На двух побед, кстати говоря, играем мы. Напоминаю уже. До скольки? Понял. Ты лопата, блин! Скиньте его на. Мне кажется, Али сейчас сам себя выкинет. Думаете? Уверен. Желтого, 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 желтого! Да скиньте, у него ж бал! Если он сейчас выиграет, то он выиграл. Вот я за ним сейчас и охочусь. Али, поиграйся там сам собой, ладно? Поиграйся. Как ты любишь за собой играть. По-моему, тут охота пошла. Куда? Ни хрена себе! Минусанулся конкретно так-то, да. Али, меня ничем не сбили. Давай, давай, сюда. Вопрос, конечно, у кого носяра пониже. И чё вы стоите? Долго как два мамонта будете? Давай подымим. Да, понимаю. Ну, по итогу у Даника 2 балла. Ладно, мы, ребята, отправляемся на третье наше испытание. Погнали. Это наше следующее испытание. Это как произошло-то с силой мысли, что ли? Да, все на бэхах, ребята, смертельные шашки здесь и сейчас. Мы будем стартовать на счет 3. На счет 2. На счет 1 полетели. Задача очень проста. Проехать прямую и развернуться там. Я это видел. А ты, Аля? А! Кто-то... Там кого-то с курой снесло. Ну там не курой был. Ла... Тут, а я. А кто на белой? А, это Даня, я. Да? Ты? Да. Понял. Давай, брат. Седаны за седанами. Да блин. Ну уже я первый. А Даня второй там куда-то припечатался. Да, я... Да куда ты перестраиваешься? Повезло же мне как. Повезло же мне как! Повезло же мне как, повезло же мне как. Тихо. Опля, опаля, опаля. Пацаны, я же на развороте, я уже прямо еду. Ха-ха, Даня хотел мне насануться. Спасибо, Али. Насанулся! Вы так близко были! Как в море корабли. Ну я типа на финише практически, пацаны, уже. Ну, типа, это нечестно, я считаю. Почему это? Да? Я просто еду максимально аккуратно, я почти не врезаюсь. У меня за сегодня, может быть, одна авария была. И все, я финишировал на скоростях. Идеально чистый проезд. Ужас. Так, кто там, да, второй у нас? Я. Так, Даня пока врезается. Тоже баллы даются? Да, конечно, конечно. За второй вообще 2 балла можно заработать, за третий вообще 1 балл. Ну, как Али, бы надо это... бороться. Али, не туда ехать надо, Али, надо в другую сторону ехать. Да? В какую другую? Ставь метку на гору Чили, отъезжай. Понимаю, прикола ради. Так, ладно, я так понял, Даня будет второй, потому что здесь пацаны... Пацаны, вообще, ребята, тут чисто 2 их шестых, чисто вот коалицию собрали, да? Чисто друзья. На его возвращайтесь, если что. А, так Али сейчас выиграет еще. Серега. Если он выиграет, я просто скажу, что я ему уступил место. Серега, мы прошлую серию снимали, Али вообще не смог ничего сделать. А сейчас он всю ночь тренировался. Ты смотри, что творит. Это он полетел вверх, не пойму. Он всю ночь... Это ты полетел вверх? У вас, по-моему, одна и та же траектория полета. А, кто у кого списывает? Как рулить? Короче, у Сереги я понял, прям беды с башкой, видимо. Я насчитал, наверное, 5 раз ты F2 использовал. Кто? Али, ты приземлился уже, да? 5 раз мы тут. Я не летал, я реально ехал. 6 раз. Короче, все, у Сереги сегодня прям реально беды. Ну а мы по итогу, ребята, зарабатываем максимальное количество баллов. На втором месте Даник, на третьем Али, а мы идем на следующее испытание. Погнали. Это наше следующее испытание, оффроуд-гоночка. Мужики, ну чё, как вы? Готовы? На счёт 3 мы стартуем. 3, 2, 1, полетели. Let's go. Сваливаем, парни. Что-то вы медленные, Дима, на самом деле, сзади, пацаны. Пожалуйста, и своим дулом никуда. Пацаны, я же могу еще стрелять. Кто плохо с... Кто понаставил здесь заборов-то, я не понял прикола. Здорово, Дали. Оу, Али прям тоже тяжко, да, я смотрю. Это что такое? Что за машина? Это брат Драгстер. А я доеду сегодня. Спасибо. Так, окей. Ну, на самом деле, я, в принципе, себя чувствую-то неплохо. Да, давай договоримся, тогда круга. Только у меня максималка 50. Али, прости, брат. Прости, благодарю. Брат, но тут, как говорится, я ничего не могу сделать иначе. Лишь ты только немного не подопнуть. Я и так не еду, брат, 50, куда ты? Тут, блин, черепаха и то быстрее идет. Бабка за пенсией. Намного быстрее, чем я. Ты серьезно? Ну, типа, почти туда, брат. Почти туда, но немного не туда, вот сюда, короче, по дороге. Я... Ладно, я кто сзади меня едет?
Не, я на самом деле прям очень хорошо себя чувствую здесь, но по скорости проигрываю сильно. У меня 60 максималка. Понял, мы чисто возглавляем колонну. Кого там возглавляете? Давай, пока. Не понял, ты че меня ты ранишь? Тихо. Давай. Даня, подожди, давай. Даня, давай одновременно стартуем, чтобы нам по баллу дали вместе сразу. Ага, по баллу я вам сейчас надаю. За махинации, слышите? Мама! Кто там стреляет? Я все. Ли немного тут сократил, как бы, да? Не вспомни свои ролики. Так надо этот финиш вот так сделать. Все, я первый. Короче, ну, я не знаю. Али чуть сократил, я ехал третий. Ой, ты куда, брат? Там не туда чуть-чуть, нам вот сюда получается. Дим, вспомни, пожалуйста, те ролики, когда мы с тобой снимали, как ты сокращал. Не было такого, ничего не знаю. А че его взорвать не могу? А, все, ну серьезно, я думал, можно будет взорвать, большие, поэтому не стрелял. Так, а кто первый-то по итогу из вас был? Я. Я первый. Че ты врешь, блин? Так я. Кто первый-то? Я первый. Ну ладно, он. Первый кто? Ну можно мне. А кто первый? Мне. Я. Короче, ладно, первый Даник, второй Серега, я третий, Али. Али, ты где? Это Али? Все потому что. Я здесь. Али! Я брат здесь. Али! Да. Ты где? Вот. А, все, вижу. Все, мы отправляемся, ребят, на финальное наше испытание, погнали. Ребята, наше следующее финальное испытание — это съехать с горы Чили. Нас будет ожидать деревушка и баба Зина с пирожками, поэтому кто первый, тот съест больше. 3, 2, 1, полетели! Let's go. Главное, не как в провинции. Снегурка с мандаринами. Это у меня да. Машина настолько громкая, что я просто вас, пацаны, не слышу. Ай. Что так, я говорите? Помогаю Данику хоть как-то ехать. Куда в деревья, не надо! Так, я первый, чё? Да, серьезно? Не себе, не людям это называется. Господи. Моё. Смотри, как заливается Даник. Уже который день подряд. Ты, походу, на грудь принял, да, немного? О, поехал, поехал. Спасибо. Дань, переверни меня. Подсибишь? Что? Подкидышь? Кто у нас подкидышь? Сергей. Там кто-то рядом. Я первый доезжаю. Слава тебе Богу. Отлично. Я второй. Второй Даник, да. Третий у нас Серега. А газовать да, Серега можно тоже было? Финишировал. В смысле, а ты не газовал? Нет. Братан, прости, пожалуйста, что мы не объяснили тебе правила. Ты все это время катился? Да. Ну, бывает. Утешительно 2 балла мы тебе подарим. Но мы утешительно тебе 2 балла подарим. Да, справедливо. Да. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, удачки и пока-пока. Пока, народ. Пока.